Компания Dragonflight Productions Incorporation совместно с Quark Pictures представляют. Бой дракона. В главной роли Роберт Дедар. В фильме также снимались Поль Куфо, Алекса Гамильтон, Майкл Паре, Джо Кортезе, Чарльз Напьер, Джеймс Конг, Джордж Флауэр по кличке Бук, а также представляем нового актера Фауна Макларен, главный оператор Кёртис Петерсон, монтаж Поля Брайан, музыкальное оформление Боб Митхофф. Это было в конце 20 века, когда человечество уже скучало. Поэтому, собственно, оно и допустило это. Как раз когда правительство научились ладить между собой, в это дело вмешались концерны и все разрушили. И потом они стали сталкиваться друг с другом. Они использовали при этом старый японский ритуал борьбы. Они называли это «Бой дракона». Режиссер Уоррен Стивенс. Асавасан. Это не детские игры. Вы мне рассказывали вашу историю. Вы мне рассказывали о кодексе дракона. Да, как мистические времена драконов. Это были удивительные существа на Земле. Вы мне рассказывали про бой дракона, где люди доказывали мужество, как мужчина мужчине. Майкл, мы живем в 1991 году. Мы бизнесмены. Мы должны учитывать ценности общества. Мы никогда не найдем человека, который бы занимался полностью кодексом самураев. Конечно, нет. Мы найдем чемпиона. И мы ему скажем, что это огромная честь для него участие в таком бое. Вот я сделал некоторые выписки. Посмотрите, пожалуйста. Да. Это и правда очень интересно, но как мы найдем такого чемпиона? Я знал кое-кого, кто мог бы мне помочь, но у меня тоже есть один человек на примете. Бой дракона. Это очень интересно. Точно так же, как и раньше все было. Выполните все необходимое приготовление. Как пожелаете, Асавасан. China Club, китайский клуб. Вот тот с локонами. Это твой? Здесь каждый мужчина мой. Скажи ему. Кого? Вот этого? Это просто потеря времени. Это же Фельдшин. Да-да, Фельдшин. Эй, слушай, ты, болван, ну-ка встань. Ну давай же. Тебе нужно немного подвигаться. Ты слишком много перепил, бык. То есть ты боишься меня, да? Я не могу поверить даже. Но помни, что твой конец пришел.
Гляни на меня. Я это сделаю, да? Да. Я тебя совсем даже не знаю, но тебе это никогда не удастся. Ну давай, давай. Эй, ты, Фельдшин. Где ты покинул свое мужество, а? Слушай, ты рискуешь своими толстыми губками. Ты хочешь выйти на улицу? Да. Ну ладно, пойдем. Да-да, покажи им. Слушай, можешь заказать себе гроб, твои дни сочтены уже. Ну что, бык, давай, давай. 5-1, что один выиграет. Давай, давай, ну. Да, прикончи его, прикончи. Прикончи его. Осторожно, у него нож. Давай, давай. Осторожно. Вперед, Фельдшин. Осторожно, Фельдшин. Damit habe ich meinen unschlagbaren Mann. Jetzt braucht nur noch... Вот и есть наш непобедимый человек. Теперь ему нужен соответствующий противник. Счастливо. Baby, glaub mir, wir haben es schon. Детка, поверь мне, мы все же опробовали. Ладно, Майк. Что ты говоришь, какие-то японские фирмы, теперь ты говоришь, какие-то кунг-фу. Слушай, при чем тут честь? Я говорю о деньгах, о больших деньгах. Посмотри-ка. Telma Corporation его отметили. 230 миллионов ставили на него. Это довольно много денег. Да, действительно, это интересное предприятие получается. Подумай. Hey, du Arsch. Эй, ты задница. Du bist wohl ein Weichei, was? Ah, ja? Ja. Ты что? Глядишь, надумал? Подумаешь. Ну что, тебе достаточно, ковбой? Да, да. Да, отдохни немного. Пойдем, детка. Нам пора. Парень просто супер. Ну что, спорим? Да, мы будем спорить. Деньги при этом мне, собственно, все равно. Я не знаю, что это за дурацкое японское кунг-фу. Ведь нам не так уж и много времени учиться. Послушайте, возьмите лучше успокоительные пилюли. Мы побьем их. Мы лучше.
Мы крепче. Наша пари надежна. Эти люди в сомнениях. Они нуждаются в деньгах. А какого его дела? Есть определенная зона. Они должны в ней бороться. Никакого огнестрельного оружия, ничего. Какая высота ставки? 300 миллионов. Мы можем проиграть. Пельшин? Никто не мог его побить и не сможет. Пора, наверное, уже петь гимн. Когда мы начнем? Ровно в 6 должны быть. Черт побери, где же они тогда? Да успокойтесь же. Ну вот, лучше прибыл. Dann nahm der Mann sein Schwert oder sein Gewehr, um seine Familie oder sein Land zu beschützen. Der Mann ist eine Kämpfernatur. Человек по природе борец. Дело в том, что были времена, когда он защищал свою семью, свою страну. Человек имеет определенный кодекс чести. Один из этих бойцов дракона должен подумать о том, чем все закончится. Но дело в том, что один из них не имеет ничего общего с честью. Что такое? Он уходит? Майкл, в чем дело? Что происходит? Это идиотично. До сих пор это не происходило, Лассабасад. Но это же не поведение для чемпиона. Нет, но американцы всегда так себя ведут. Нет, нет, это невозможно. Я должен вам рассказать кое-что об этом Фельдшине. Он непобедимый. Как в Бушидо. Искусство борьбы обозначается кольцами. Каждый уровень, каждое кольцо означает уровень. И этот человек потрясающий. А Фельдшин — это мастер пяти колец. Да, все это символическая ерунда, Савасан. На самом-то деле он, видите, слабаком оказался. Он не хочет бороться. Асавасан, мы не можем его заставить это. Нужно его забрать оттуда. Мы теряем лицо. Нет, он останется там. Он должен биться. Вставай ты, страдающий брат. Доставь меня в покое, слушай, ты. Борись. Я лучше уйду отсюда. Тогда ты останешься живой. За это ты умрешь. Что, у тебя нет никаких идеалов, Бушидо? Верность концерну? Где твоя гордость?
Ich kriege 20 Millionen. В сейфе концерна. Я получу 20 миллионов. А сколько ты получишь с этого? Шестое кольцо. Шестое кольцо. Фельдшин, Фельдшин. Слишком много молока в тебе. А если ты будешь это, то что, ты станешь лучшим борцом всех времен и народов, что ли? В это я не верю. Wir sind Kämpfer, du und ich. Мы бойцы, ты и я. Wir waren auf derselben Seite viele Jahre. Мы были на одной и той же стороне много-много лет. И они нас использовали. Использовали и будут использовать до тех пор, пока мы будем держать в руках сейф, накапливая миллионы и миллионы в сейфе. Вот это и есть Бушидо. Я хочу получить свою честную часть. Слушай, я не помощник тебе. Лучше уходить. Как только я уйду, за тобой пришлют вертолет. Нет, я тебя разорву на части. Ты будешь бороться, и ты умрешь. Возможно, он сдается. Мы выиграли, значит. Нет, в бой дракона такое не проходит. Без боя нет конечного результата. Эй, ты, меченосец. Да-да, это и есть преисподняя. Здесь мы приземлились. Туда я тебя пошлю, назад. Это и есть бой дракона. Это не бой дракона. Боже мой, зачем ты это сделал? Успокойся, Джек. Пусть человек выигрывает. Что такое? Он убил мотоциклиста. Что он при этом думал? Я спасал фирму. Я спасал всякий цен. Я поставил сотни миллионов долларов на выигрыш. Успокойся и смотри на бой. Это уже больше не игра. Мы должны прекратить это. Поговорите с Тату. Мы должны закончить все. И немедленно. Джек Тату, да, по личному проводу. Нас же всех арестуют за пособничество в убийстве. Алло? А, мистер Тату. Говорит, мистер Киото из Гаджин Корпорейшн. Мы поставили 300 миллионов на него, мистер Тату. Пожалуйста, сэр. Известно ли вам, что в этом деле мы будем лично ответственны за смерть?
Что, он положил трубку? Мистер Морпарк. Мистер Морпарк. Что вы наделали? Эй, ман, это же только игра. Послушай, это же просто игра. Ты видел это? Да, конечно. Мы кончены, мы банкроты. Послушай, заткнись, послушай меня, детка. И все из-за этого типа. К чему он ходит? Мы говорили, что все будет урегулировано. Послушай, успокойся. Ты должен сказать парню, пускай он борется дальше. Если он не будет бороться, то все будет кончено очень плохо. Понятно? Да, конечно, понятно. Черт, я сейчас скажу, что ты должна ехать чуть помедленнее. Смотри, что там случилось. А я пока выпью пивка. Ты опять чуть было не наехал на него. Да. Ну да, я могу сказать, что ты слишком быстро для меня, мистер. Давай. Вы что, собираетесь мне еще руку поломать? Слушай, ты кнычешь как ребенок. Выглядишь совсем неплохо. Да-да. Я Сэм. Сэндра Корби. Фельшин. А этот старый болван, который в машине, это мой дядюшка. Джей Джерикл. Ты можешь на него не обращать внимания. Он несколько необычный. Он работает огнетушителем. Что это означает? Он пьет. Ну, по-моему, это прекрасно. Джей и я, мы знаем этот местный случай, чем все, что здесь ползает и летает. И... Интересно, куда ты собираешься? Это 15 миль от любого места. И там, где ты стоишь сейчас, это 6 часов лета от центров цивилизации. Ну, да, я пойду в другое место искать. Куда же? Я пойду на побережье. Ты хочешь сказать... К озеру? Да, это там, в той стороне. Если хочешь, прыгай в машине, мы тебя подвезем. Нет, спасибо, я уже пару раз попробовал. А он в порядке. Похоже, хороший парень. Да. Лучше садись, ты поведешь машину, а то я несколько выпил, похоже. Эй, Муч, как тебе дела, приятель? Ну что с тобой такое? А слушай, мне очень жаль, но... Она же не позвонила. Когда она позвонит, может, мне что-нибудь выяснит у нее? Нет, тебе не надо ничего выяснять. Мне достаточно туристов здесь, о которых я забочусь. Слушай, знаешь, что плохое? Если ты... не сдашься, то нам придется гулять тогда. Послушай, мне нужно срочно позвонить. И затем мне надо отвезти эту машину, отремонтировать передачу. Сделай мне добро. Позвони шефу и капитану. Надпись «Борис». Выходи на бой. О, Господи, Джей Джей.
Необходимо мучиться сообщить обязательно. Слушай, нам нужно немедленно на станцию рейнджеров. Поехали. Ich muss mal holen, bin gleich wieder da. А мне нужно немного отвлечь, сейчас вернусь. Смотри, не заблудись. Да не заблужусь. Эй, Джо! Эй, Джо, что? Ich glaube, ich habe gerade ein Gespenst gesehen. По-моему, я сейчас видел какое-то привидение. Что такое? Ich glaube, ich habe Ivanhoe gesehen. Что это такое ужасное привидение? Что? Джек, wenn du das wirklich willst? Джек, если ты этого в самом деле хочешь, отзови его обратно. Но как? Попробуй. А черт! Черт! Только не пытайся мне помочь, Джей-Джей. Я не хочу тебе мешать пить пиво. Черт! Проклятие. Так не пойдет. Я знаю. Ты ленивый и беспособный. Так с машиной всегда происходит. У тебя есть какое-нибудь предложение, мистер Спок? Да, ее на буксире отвезти. Прекрасно, конечно. Soll ich vielleicht den Wagenheber wieder wegräumen? Ja, слушай, может нам все-таки вернуться к этим рейнджерам и забрать у них наш домкрат? Или же, смотри-ка, вот тут. Это не тот парень, которого ты только что собирался убить, а? Если это он, то ты ошибаешься. Нет, а что-то он здесь гуляет по земле нашей. Может, ты ему посигналишь? Да, seine Mama mal eine prima Hilfe sein, wenn er groß ist. Да, ты бы очень здорово помогал моей маме. Вот так вот. Да, слушай, вот там какой-то знак странный. Послушайте, поспешите, мне же нелегко. Ладно, 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 сейчас заканчиваю. Все. Господи, тут то же самое, что было перед этим. Кто это делает? Возможно, какой-то сумасшедший, который свихнулся на крови. Нужно вызвать кое-кого. Я не пойду с вами. Почему нет? Ты что, с этим как-то связан? Нет. Но я знаю, кто это сделал. Кто?
большая промышленность и торговцы всякие. А зачем они это сделали? Для того, чтобы я позаботился, чтобы он остановился. И ты остановишь его? Нет. Слушай, как я тебе уже говорил, ты никогда не обладала силой убеждения. Пойдем, нам нужно вернуться на перекресток. Фельдшин пытается сообщить все рейнджерам. Если не будет рейнджеров, то они не смогут решить эту проблему. Это означает, что у нас нет никаких проблем. И сколько еще? Сразу за этой горой, где кончается линия снега, граница снега. Надеюсь, что Муча тоже так же. Ты не хочешь его увидеть? Нет. Да, я тоже думаю, что он никак не может дождаться. Что ему надо там? Ты записал его номер? Что это такое? Что это, ружье, что ли? Нет, М-16, это рейнджеры, не военные. Что здесь, собственно, происходит? Будущее. Будущее? Оплаченное промышленностью убийство, это означает будущее. Теперь я знаю, почему прошлое для меня более мило, чем будущее. Выходите, у нас проблемы, большие проблемы, давайте. Муча, черт побери, что здесь происходит? Я тебе объясню позже, давай скорее туда, заляжьте. И не пытайся поднимать голову. Кто твой новый дружок? Извини, пожалуйста, я совсем забыл, что ты ничего не видел. Я тебя не спрашиваю, братишка. Эй, честно, кто это такой? Какое тебе дело? Ничего со мной не происходит. Просто я видел вертолет, который расстрелял всю мою станцию. Представляешь себе? А ты говоришь. Ты поверишь, кто такой был? Вы мне не поверите все равно. Идем. Что? Вставай.
Wie heißt du eigentlich, Junge? Как тебя, собственно, парень зовет? Меня зовут Фельдшин. Меня кинули сюда, чтобы выяснить, как я выберусь отсюда. Да, но мы нашли несколько трупов здесь. Их, похоже, топором зарубили. И он сказал, что Фельдшин должен остановить его. А почему же вы не заявили? Для чего мы, собственно, приехали? Садитесь, мы должны заняться работами. Мы, да, конечно, я единственный рейнджер, вы должны мне помочь. Значит, ты одинокий рейнджер, да, ты моя приманка, что такое? Он сказал, ты его приманка. Садись за руль. Ну ладно. Эй, ты. Ты не думаешь, видите, что просто так возьмешь и смоешься? А что еще делать? И вам какое дело? Мне это большое дело. Я тебе скажу кое-что. Ты поможешь мне увести людей отсюда, и все. Послушайте, это очень опасный бой здесь идет. Что ты имеешь в виду, опасный бой? Что они хотят от тебя? Они хотят, чтобы я выиграл. Если я не буду играть, то они не выиграют. Что такое? Ты называешь игрой? Что за ерунда все это? Если это игра, то я с этим ничего не имею общего. Вы уже имеете общее. Ты должен со мной поехать. Ты все-таки должен быть за рулем. Я кое-что выпил, похоже. Произошло. Борис, это сообщение для меня. Я тебя правильно понял? Вы должны бороться, а ты не хочешь. Значит, он убивает этих людей, чтобы ты начал бороться. Совершенно верно. Пойдем, Сэнди. Оставь меня. Я не подумаю. Ты должен за мной ехать. Bis Sonnenuntergang. До захода солнца. Не беспокойся. Мучу давно с ней порвал. Мне вообще тут делать нечего, а с этим парнем мог бы справиться дивизия танков, разве что. Привет, ребята. Я рейнджер Мучо из дирекции парка. Вы должны срочно отсюда исчезнуть, потому что здесь опасная зона. Но здесь написано было, что добро пожаловать. Я знаю, что было написано на плакате, но сейчас у нас проблема. Послушай, парень говорит, что нужно собираться. Мы должны сделать то, что он говорит. Нет, мы останемся здесь на пикнике. Ну, сделай что-нибудь. Мы же имеем право ехать куда угодно. Я рада, что ты оставил меня перед алтарем. Знаешь, почему? Я всегда представлял себе, что вот так кончится. Все время одно и то же. Мне уже надоело все это от тебя выслушивать. Что это было? Выстрел из пистолета. Похоже, Мучо только имел пистолет. Идем. Борис. А где Сэнди? Не знаю, что случилось. Мы услышали крики, когда мы пришли. Тут парень был размером с Бьюик. Его зовут так-то. Он второй гладиатор.
Sandy hat ein paar Salben auf ihn abgefeuert, aber es war Sandy кинул несколько ко мне в него. Он меня оттолкнул. Похоже, он ее забрал. Слушай, все из-за тебя началось. Если с ней что-нибудь случится, ты мертвец. Помни об этом. Я пойду поищу ее. Давай, Муч, не беспокойся. Этот парень крепкий, он найдет ее и притащит ее. Как твоя рука, да ничего. Слушай, ты должен вести машину, я кое-что выпил, похоже. Ну что такое? Мотоциклист, два охотника, семья, а теперь эта девушка. Вы упустили еще полдюжины рейнджеров. Послушайте, нам нужно выйти из этого. Не знаю, удастся ли это или нет. Я сегодня проснулся и спросил, я попаду на электрический стул или еще что. Почему мы вошли в это дело? Что насчет пройти... и выиграть, а? Я знал, что Фельдшин имеет нюх на все эти вещи. Он попытается остановить этого человека. Что ж, добрый путь. Мы выиграли. Нет, он еще не мертв. Но смотри, он не может встать. Он смертельно ранен. При бое дракона вы объявляете поражение. Черт побери, наш человек лежит и умирает там. Видите вот эту странную женщину? Это моя волшебница, колдунья. Ты в порядке? Пойдем. Он уже кончен, нам нужно уходить отсюда.
Was? Du bist noch am Leben? Что, ты все еще жив? Черт, наверное, тебе какой-то колдун помог. Послушай, не делай глупости, а? Ты даже не должен об этом думать. Что тебе нужно? Сейчас побежи, что здесь происходит? Давай, 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 ну же. Вставай. Что с тобой происходит? Что? Ты хочешь бороться, да? Ну давай же, делай свое дело. Камера видит все. Ты должен быть честным. Да, ты прав, давай. Пойдем. Кто такой Фельдшин, собственно? Это все равно. Что здесь, собственно, происходит? Да это не твое дело. Я хочу знать, черт побери. Меня тоже это касается, если тебе так интересно. Все, что меня интересует, это как можно скорее тебя отсюда вывести. Все, что тебя интересует, это только ты. Что тебе нужно от меня? Спаси мою жизнь. Спаси единственную жизнь. Ты что, хочешь, чтобы я играл героя, что ли? Хочешь, чтобы я стал на пьедестал и ждал, когда монстр придет и убьет меня? Буду я бороться или не буду бороться, не играть никакой роли. Придет опять другой человек и опять будет драться. Слушай, а все эти люди, трупы, что с ними? Что бы здесь ни происходило, с нами, к нам это не относится никак. Это касается двух идиотов, которые хотят скрестить мечи. Нужно это прекратить. Я не хочу быть следующим подопытным кроликом. Я хочу сам кончить. Эту игру можно кончить лишь в том случае, если в нее не играть, если не драться. А в чем дело, собственно, друг мой? Ну? Это что, спасение фирмы? Повышение оклада? Карьера? Что такое? Что вы говорите, Джек? Неужели вы не понимаете, о чем здесь идет речь? Я скажу вам. Я взял все акции, все векселя, все страховки. Я взял кредит и поставил на обе стороны. Значит, если Локер выиграет, вы возьмете... концерн, если проиграем, я не могу проиграть. Неужели вы не понимаете? Если пари окончится, то в любом случае я выиграю свою ставку. Значит, вы будете единственным, который точно выиграет. Гарантированно. Совершенно верно. Но вы по-прежнему можете выиграть еще. Или... Проиграть. 17 лет она ждала меня. В то время, как я дрался во всех странах этой планеты, я хотел стать героем. Она умоляла меня прекратить все это. Я мог бы жить с ней спокойно в мире, но я так не поступил. Она так и не смогла увидеть во мне настоящего человека. А я только недавно понял, что выиграть в этой жизни невозможно. Мне очень жаль тебя.
Мне тоже. Дан, ты мне крайне шарит тебя, Либо и Эрон. Поэтому не говори мне никакой ерунды про любовь, героизм и так далее. Мне это до фени как-то. Я понимаю. Мы начнем все сначала, и мы что-нибудь сможем выучить, научиться чему-нибудь. Это там находится озеро? Да. Я думаю, да. Возможно. А что? Что ты задумал? Я хочу уйти от вас. Эй, Фельдшин. До захода солнца. Thank you.
Wir wollen in einer Stunde Mittag essen. Lauf nicht so... Дети, через час мы будем обедать. Не убегайте далеко. Собери побольше дерева, чтобы мы смогли сделать в гриле мясо. Я буду стрелять. Эй, где ваш муж? Мой муж там. Пожалуйста, возьмите моих детей. Уходи, Мучо, уходи от него. Я позабочусь о диджее. Скорее, скорее. Локэбер. Я никогда не был таким усталым. Для этого нужно было очень много работать. Не бойся, я уведу тебя отсюда. Не надо. Тебе не надо даже меня хоронить, потому что я биологически быстро разлагаемый элемент. Слушай, ты лучше позаботься об этих людях, о будущем. Я не могу влиять на будущее. Я думаю, можешь. Помни только о том, что рука, которая держит меч, это рука, которая достойна сожаления. Это смысл всего. Не знаю. Я где-то читал это. Я думаю, пора немного пивка попить. Надеюсь, тебе не затруднит мне принести баночку. Könntest du mir nur einen Gefallen tun? Erzähl Sandy nichts davon, nicht bevor du die Vergangenheit bewältigt hast. Послушай, сделай мне одолжение. Не уходи отсюда, пока прошлое не будет закончено.
Все, хватит с меня. И с меня тоже. Это тест, друг мой, для всех. Для Пельшина, для меня, для тебя. А Савасан, Токио узнает об этом. Они не простят нам это. Вы думаете, я не знаю это? Но мы сделали эту поездку. Мы нашли зло в этом мире. И с ним надо бороться. Это хорошо. Ну давай же. Иди, беги к дороге. Не оборачивайся.
Фельдшин. Он начинает бороться. Секундочку. Бой вне зоны практически считается недействительным. Мы должны слушать, смотреть правила. Вы, значит, спорили против вашей фирмы. Послушайте, очень много людей ставили ставки на эту, на этот бой дракона. Мы же должны покрыть все свои расходы. Вы принесли зло в наш дом. Да, но вы впустили его, Асава-сан. Уходите. Эй, Асава-сан, что вы хотите делать? Мы платим, и мы должны играть. Мы играем, мы должны платить, вы знаете. Мертвые уже никогда никакого счета не предъявят нам. Так что все в порядке. Мы кончены. Они не в зоне боя. Я хочу уйти, пока полиция не появится. Эй, послушайте, оставайтесь здесь. Я ухожу. Я беру отпуск и то же самое вам рекомендую. Асава-сан. Играть и проиграть бой дракона, все это произошло не по нашей вине. Но мы виноваты в смерти многих невинных людей. И мы потеряли нашу фирму. Это единственный путь. Путь воина.
gesagt. Я же тебе сказал. Нет героев. Denke mal daran. Кому какое дело до этого? Это та рука, которая держит меч. Это просто рука, достойная сожаления. Because